От времени позднего Брежнева кризис коммунизма чувствует любой здравый человек. Надвигается поражение СССР в его противостоянии с Западом. Для патриотических консерваторов крушение Советской империи – еврейский проект. План мировой закулисы. Знаменитый призыв поэта Станислава Куняева. От объятий Всемирного банка, что простерлись до наших широт, упаси нас, ЦК и Лубянка, а иначе никто не спасет. Правда, особо бдительные подозревают самого Юрия Андропова, хозяина Лубянки, а потом и ЦК, в еврейском происхождении.